Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прибыл с официальным визитом в Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, передают наши корреспонденты, которые сейчас находятся в Лондоне. Глава государства находится в столице Туманного Альбиона, где планируется его встреча с королевой Елизаветой II, премьер-министром Великобритании Дэвидом Кэмероном, а также руководителями ведущих британских компаний. Ожидается, что в ходе поездки будут подписаны больше 20 документов и коммерческих соглашений на сумму почти 4 миллиарда долларов США.